Всем привет, на канале Эмили Фэмили. Все мы с вами идем играть в автоохотайку. Да, ребята, привет. Видите эти две игрушечки? Знаете, какой косяк произошел? Только что были в другом магазине. Ну, стоит автомат, в кармане одна монетка, камера в машине. Девчонка, говорю, давайте сыграем на монетку. Она говорит, иди возьми камеру. Да, ну что тут одна монетка, что тут снимать. Ну и, короче, по итогу увидите, что получилось. Две игрушки. Две классных игрушки. Блин, так жалко, что не сходил мне, взял камеру, не снял вам это. Ну, может, на телефон там отрывочек сняли, я вставлю вам, что на самом деле мы у них играли. Нет, мышка, осьминога не достать. Ну, ладно, давайте, какие тут игрушечки. Вот этот осьминог нам интересен. И он тот черепашка-ниндзя зеленый. Нюфлера этого мы тогда пробовали, но он настолько здоровый. Сейчас опять же у самой стенки, что, наверное, пробовать в него мы сейчас не будем. Вот, автомат глючит. Будем играть в черепашку. Посмотрим, может, осьминожку. Если откопаем, ну и так тут по мелочи есть игрушечки. Черепашка скользкий. Ребят, как погода у вас? А, кстати, есть просьба к вам. Ребят, кто на нас подписан, напишите, пожалуйста, из Беларуси кто в комментариях. Хотим узнать, кто из нашей страны, много нас или нет. Возможно, сделаем розыгрыш, если нас уже много. Потому что в Россию мы, к сожалению, игрушку отправить тяжеловато. А вот по нашей стране, в принципе, это несложно. Не достается черепашка. Может, чуть-чуть бок взять. Никакое. Так-ка и за спинку не берется. Это край. Ага. Он за эту, за присоску. Вообще захват тухлый, да? Хотим черепашку, потому что остальное тут так. Игрушечки яркие, но черепашка. Что-то его вообще не берет. Давайте так хоть что-нибудь попробуем. Проверим вообще. Что тут вообще попробуем? Сумочку, давайте попробуем розовую сумочку. Блин, так обидно, что камера не сходила, не взял. О, сумочку шевельнул. Кто там играть будет? Иди, мышка, играй. О, так сразу накинем. Так, решили поиграть. Сегодня дождик идет у нас. Погодка, конечно, не очень. У кого нормальная погодка, дочь спрашивает. Пишите, у кого солнышко светит. Давай, мам, ты. И травка, говорит, зеленая. У кого есть такие среди нас? Чтоб солнышко светило и травка зеленая была. Ну, черепашка, конечно, прикольно, но, блин, закопан, и голова у него скользкая, не взять его. Подвинули кого-то полосатого. Что розового хочу? Розового? Я хочу осмотреть. Так себе. У него панцирь. Ну такой же, как этот полосатый. Да. У него панциря нет. Не, есть у панциря черепашки. Я просто не видела. Сумочка была близка. Дочь уже давно этот кошелечек хочет, никак выиграть не можем. Он такой плоский, его взять неудобно. Принцесска. Копеечки кончились опять, улетают митулем. Только успевай заряжать. Так, продолжаем. Что, сумочку добить? Попробуем. Кошелечек этот. Ну давай, ну так хорошо легло. Сейчас уже упадет, пускай хотя бы, чтобы совесть была чиста. Стоит так сумочку. Ну, ты смотри, ни в какую не берет. Чик. Ну давай, держи.
Вот, слава богу. Давай, покажи нам свой новый кошелек, в котором ты будешь хранить бабусики. Вон, смотрите, какой кошелечек принцесский. Ух ты, как... Сейчас мы его откроем, ребят. Сейчас. Опа. О. О. Есть бабосик, дочь, охранить, тут будет, держи. Так, а мы продолжаем. А так я одной рукой же туда никак не залезу. У меня доску в ту розовую. Блин, я не залезу. Давайте еще раз я. Дочь, будешь играть? Пока нет. Эх, я думал, сейчас прям за шею его достанет. Играй, мама, ты пока. Там еще есть две попыточки, сейчас докинем что-нибудь. Переколошка в кого? Черепашка. У белого начал упираться. Надо как-то или клешню повернуть. Ну что это за белый, интересно, такой тоже? Чик. Чик. Ох. И оп, так за шею хапанусь. Монетки. Опять кончились. Загружаемся. Вот так. Давайте продолжаем нашу борьбу. Блин, ну так его хочется. Как его так за шею дернуть, а? Как его дернуть за шею? Ну, так вот только за шею. За шею. А. У него щупальца торчит. Щупальца торчит? Да. Не, это не его щупальца. Это там... Это осьминога щупальца. Да не, это что-то розовое просто лежит, по-моему. Вот, ты ему маску содрала почти. А если ты попробовать вот так, а? Может, ее как раз туда и закрутит под шею. Ты смотри, а? Надо еще раз попробовать. Возможно. А если это кручу, верчу. Чик. И вот так примерно, я думаю, нормально будет. Чуть-чуть его буквально на бок положила. Буквально чуть-чуть на бок. Да ты посмотри, а. Ребята, мы просто очень сильно его хотим, поэтому мы в него играем. Игрушки еще есть, но хочется. Эх. Ладно, давайте во что-то, может, другое чуть-чуть поиграем. Медузка. Медузка там вообще закопана. Откопай медузку. Папа с одной рукой что-то тут копает. Но там вообще где-то ее и не видно. И тут еще что-то мелким завалено чем-то. Вон она, ребята, видишь? Самого стекла, блин, закопана. Отсюда ее вообще практически не видно. Кое-как. А, тут у нее клешня еще торчит. Мам, ну я не знаю, вряд ли мы ее вообще оттуда выковырим. Ой, что-то маленькое проскочило. Давайте кто следующий. Играйтесь. Это, наверное, на бульвале взяли. Нет, так ее тут даже схватить не за что, слушай. Ну ее только за голову, все щупальцы у нее внизу. А голова прямо у самого стекла. Вряд ли мы ее вообще выковыряем. Автомат стебет, клешня закрывается вверху. Ну, и-ху. Не знаю, может лучше все-таки в черепашку. У нее хоть голова торчит. Мама мой с маленькой додергала. Давай, давай, быстренько, до тебя быстренько. Время идет, играть хочется. Вот смотрите, какой маленький. С маленькой. Давай ты, Сивкова. Я хочу откопать это. Нет. Не, мышка, ее не откопаешь. Ну, там у самого стекла. Это ты в кого так?
Хороший захват был, наверное. Может, еще один хороший захват быть. Ты смотри, бежит так хорошо, прям и скользит по нему. Опять монетки кончились. Ребят, кончаются монетки. Кстати, тоже прикольно вот это. Не выключилась, ты экранчик выключился, дальше камера не выключилась. Так, включим экранчик, погнали дальше. Давайте попробуем это. Может получится. Нет, не получается. Тоже в самом углу лежит. Блин, ты как кого дергать? Я вообще не знаю. Я кроме черепашки тут не вижу. Давай ты подними его оттуда. Нюхлера смысла нету. Лежал бы он посередине, можно было по так. Ну, так вроде берет хорошо. По итогу. Скользит и все. Никак. Давайте последняя моя. Я ее в черепашку пущу. Ни в какую. Ни в какую, ребята, хотели бы себе такую черепашку нельзя. А мы вот хотим очень. Но что-то не получается у нас. У нас такой нету еще. Поэтому мы хотим ее. Скользит клешня и все. Давай, пошли уже к нам. Мы уже устали тебя за голову дергать. Не, не хочет. Не идет. Нюхлера не хочешь попробовать? О. Ну, никак он не вылазит оттуда водить. Беда. Ни медузку, ни черепашку. У мамы стрельнул в кучу, в гору. Все, ребятки, последние монетки. Мы... Маленькие. Пошлите пару раз маленькие попробуем поиграть. Пошли. Тут он рядышком. Дотя, во что играть будешь? Смотрите, какие такие яркие. Киси-миси. Хаги-ваги. Хаги-ваги. Тили-вили, кили-вили. Дай-ка я закину. Давай, ноги ее над лузой торчат. Ой. Ага. Ой. О, здесь... Ой-ой. Здесь же можно кота этого выиграть. Мам, можно кучку там? Ну, я вытащу. Котенька, нет, котиками не достанем. Дельфина можно? Давай вот эти три сразу. Шпат. Чик. Ух ты, так. Чик. Ух ты, так. Вообще наглость была. Просто жесть. Вы это видели? Я это попробую. Он просто вообще открылся. Сюда. Нормально. Ты куда так? Короче, тут клешня, дай-ка я попробую. Тут клешня, короче, просто открывается, ребят. Это вообще автомат нечестный. Кто из нашего города? Смотрите, она просто открывается. Я сейчас, конечно, закину еще монетку, просто чтобы киси-миси это достать. Ну, этот автомат, мой вам совет, не играйте. Ну, просто, чтобы достать киси-миси, я еще закинул монетку. Вот такой. Пап, попробуй котика. Эвелинка не достает котика, малышка. Такая он кинет его еще. Сейчас.
срамушки нет. Он так без палева открывается. Я попробую потом это замерзнуть. Ну что, тут ты драконик? Да. Последние монетки доиграли? Два и 50. Давайте, ладно, покормим этот автомат, потому что уже монеток мало, и куда-то ездить, ходить. Ты еще окошко собираешь. А попробуй в эту кучу еще стрельнуть рядом с окошком. Слизь и медведь белый, ну мало ли упадет. В этом автомате надо доставать что-то рядом с Лузой, чтобы он не западал. Мишка, ты не достал. Ну, дельфинчика хочу. Дельфинчика? Дельфинчик. Хочет дельфинчика. Ой. Дай я, дай маме. Мама еще у него не играла в этот суперавтомат. Давайте отсюда буду снимать. Ну, мы попробовали, ребят. Постарались сделать все, что смогли. Все, последнюю монетку я закину. Ты в кого хочешь? Я хочу дельфинчика. Дельфинчик? Ну давай дельфинчика, ладно, попробуем. Эх, это было рядом. Ну что, давай прощаться. Монетки кончились. Мы постарались. Надеюсь, вам понравится. Жалко, конечно, не сняли про авокадо. Всем пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока! Пока-пока, ребята, подписывайтесь, будем снимать и дальше. Пока-пока.